Сегодня посмотрим на монеты Петра Алексеевича 1696-1717 год. Вот такие монетки. Копейки. Опять же таки название пошло из-за отчеканенной на ней фигуры всадника с копьем. Монеты изготавливались из серебра. Из серебра изготавливали проволоку, отрезали ее на куски, куски плющили, получалась заготовка. И уже из заготовки чеканили вручной монеты. Получались вот такие вот монетки. Монетки получались неказистые, отчего получили в название в народе чешуйки или чешуя. Данные монеты в отличном состоянии, как мы видим. Все буковки, весь рельеф отлично читается. Не стертые они, прям вот все такие рельефные. Первые российские монеты, можно так сказать. Хоть и форма была одинаковая, но монеты все получались разные, поскольку чеканились вручную. Где-то заготовка больше ушла, где-то меньше. Где-то рисунок побольше. Видно, где-то верхняя часть, где-то нижняя. Все получались немножко разные. Оттого ее коллекционировать очень интересно, я считаю. Потому что одинаковых монет практически нет. Один и тот же монетный двор, а монетки получаются разные. Очень интересные монетки. Так вот, так вот. Данная представлена коллекция в хорошем состоянии, даже в отличном. Все прекрасно видно. Вот видим, как была заготовка отрублена. Кусок. Вот он кусок сплющенный. И дальше отчеканенный. Даже не сразу поймешь, где у него верх-то. Наверное, вот так вот конь стоял. Так. Тут вот уже верхняя часть попалась в форму. Все монетки хоть одного двора, но все получаются разные. По-своему интересные. Каждая монетка. Первые российские деньги. Вот так вот получилась форма. С
Здесь вот нижняя часть получилась. Отчеканилась. Тут вот, видимо, вверх попал. Так, вот это вот. Какая. Так, вот посмотрели монетки. Чешуйки петровские. Всех благодарю за внимание.